еще живой? Не знаю. Давай вытащим и проверим. Пусть поменяет. Что он так решил? Не знаю. Я не любитель задавать лишние вопросы. Доброе утро. А мы-то с другом думали, ты уже покойник. Ну что, повторим? Ничего. Потом вернемся и продолжим наше упражнение. Давай. Вставай. Поднимайся. Добрых снов. Ну, ванна готова, милорд. Знаешь что? Я боюсь, так он у нас недолго протянет. Давай, давай. Ну, еще немного. Ну вот, не так ведь и сложно. Что, поехали? Ну как, готов? Это нужно время. Суй его обратно.
не везет. Заходи. Закрывай. Давай поговорим по-хорошему. Это ведь ты, верно? Заключенный, о котором все говорят. Отсюда только один выход. Выход ногами вперед. Зря ты вылез из этих катакомб. Закрой рот. Как скажешь. Помирать-то тебе, не мне. Марш. Глядеть в оба. Он может быть что угодно. Он уже убил твоих. Для того и дан приказ. Стрелять на месте. Он вооружен. Он вооружен. У нас команда стрелять. Пристрелять. Эй, тихо. Сдавайтесь, месье! Буду стрелять на поражение! Сюда! Вы слышали выстрел? Быстрее! Сюда! Сюда! За мной! На крыше!
А ну, подними руки! Игра окончена, Галахад. Лучше сдавайтесь. Руки вверх, быстро! Руки вверх! Руки! Грей? Не надо! Я сказал, сдайтесь! Руки за голову! Вы предали наш орден. Такое не прощается. Вы забыли, лорд-канцлер. Я уже ходячий мертвец. Галахад! Галахад, ответьте. Галахад, отвечайте, это штаб. Слышу вас, Персиваль. Решили подышать свежим воздухом? Прохладный утренний воздух, знаете ли, обостряет восприятие. Мне искренне жаль прерывать ваш мысль. Но у нас множественные цели на отросли наш след. Каков приказ? Встретьтесь в индийской компании с Грейной и Лафаэтом и нейтрализуйте угрозу. Цель, видите? Прямо перед собой. Хорошо. Оцените ситуацию и действуйте по обстоятельствам. Никола выдал вам оружие? Да. Эссексом 2 фальшион. Наша цель — поймать их, а не перебить. Постарайтесь брать сумасшедших живыми. Понятно. Вы с нами? Мне нужно кое-чем заняться. Я найду вас после. Выдвигаюсь. Конец связи. Доброе утро. Thank you.
Добрый день, сэр. Я направляюсь на улицу. Вас понял. Слышно от Лапаэда? Ничего. Я тоже. Пойди, увивается за очередной юбкой. Ну, словом, все как обычно. Понимаю вашу тревогу, но поверьте, он славный парень. Как скажете. В любом случае, мне некогда его искать. Я даю последние указания констеблям. Дышите спокойнее. Но почему нам не объясняют, что вообще происходит? Галахад, нужно оцепить весь квартал, только незаметно. Как вы так быстро добрались? Мастерство. Должна признать, вы весьма проворны для человека ваших лет. Негоже юной деве напоминать рыцарю о его преклонном возрасте. Боже упаси. Эта дева ни за что бы не позволила себе подобную бестактность. Конечно, Изи. Ни за что. Кто наши цели? Беглые умалишенные. Персиваль считает, что это уловка повстанцев. Будем надеяться, вы еще в форме. Не забывайте, кто ваш учитель. Он был лучше всех. В свое время. Был. Вы и сейчас хороши, но я лучше.
Да, мэм. Игрейна, ответьте. Так точно, Персиваль. Беглецы замечены у восточного входа на станцию метро индийской компании. Их надо перехватить. Поняла. Идемте, Грей. Нам пора. После нас больше никого не пропускать. Вам точно не нужен помощник? Сильный мужчина, чтобы взял все на себя? Именно. Не путайтесь под ногами. Жалко, если случайно подстрелят. Что там? Наемники, лишь бы пострелять. Объединенная индийская компания набирает энтузиастов. Отряд буйных солдатиков нам здесь точно не нужен. Я велела им держать оцепление. Галахад, в укрытие! Пора за дело. Надо перезарядить! Перезарядимся! Будь свободен. Вперед! Бегом отсюда, найди оружие! Вы двое! А ну, дуйте сюда, нужна помощь! Ну! Марс! Давайте, паразиты! Винтовка здесь бы лучше подошла. Беглец убит. Еще беглецы из переулка. Они идут в атриум. Спасибо.
На улице никого. Вижу еще во дворе. На лестнице! Беглец! Больно! Цель уничтожена! Череп разнесу! Эй! Черт! В атриуме могли еще остаться. Надо проверить. Они заперли дверь. Я слышу, как они там ходят. Скорее! Там еще внутри! Лиззи! Вы целы? Проклятие! Их перебьют. Готовы? Разгоним этот сброд. Дымовые. Противник убит. Помогите!
этажом выше еще остались. Нужно подняться туда. Есть! Надо очистить третий этаж. И как вам? Все нравится? Вполне. Обычное лондонское утро. Неужели? Хочется верить, что это лишь начало. Дамы, вперед. Тихо. Что скажешь? Доведется нам сегодня пострелять в богачей? А? И не говори. Я весь в предвкушении. Беглец убит. Все чисто. Лицом покончен. Что ж такое? Цель уничтожена. Я перезаряжаю. Вы двое. Сэр. Спускайтесь. Гражданским нужна помощь. Да, сэр. Сэр, генерал Лафайет в той комнате. Вы шутите. Этот человек волочится за каждой юбкой. Займитесь им сами. Старайтесь не отставать. Лафайет! А, месье, дама ждет моего внимания. Маркиз, займитесь своими обязанностями. Уверяю вас, мадемуазель, лишь клятва верности мешает мне принять ваше приглашение. О, маркиз, не уходите. К сожалению, миледи, мой долг призывает меня. Очаровательно, правда? Не обратил внимания. Это потому, что вы не француз. Вы самый американский француз, что я видел. Я люблю свободу, монами. Рыцарь должен обуздывать свою страсть. Без страсти, месье, человек не может драться. Мы деремся не с людьми. Люди, полукровки, какая разница? Вив ла либерте!
Персиваль. Странно. Идемте. Наконец-то. Маркиз, вы с Игрейной на тот вход. Я зайду с этого, поищу оставшихся беглецов. Oui, monsieur. Сэр. Командование всем рыцарям в районе Мейфер. Полиция завершила оцепление опасных районов. Наблюдение с воздуха продолжается. Мы сообщим вам, если заметим сбежавших пациентов. Принято. Я в машинном зале. Мы с Лафаэтом решили разделиться. Oui, mademoiselle. Пока я не встретил сопротивления. Что приду первый. Не забывайте, молодость – сила. Полукровка. Так, и не он один. Мадемуазель, вы рядом с ним? Прохода нет. Не смогу до него быстро добраться. Thank you.
подтвержденная цель. Все! Что такое? Почти всех перебил. Последний сбежал. Экрайна нужен разрядник. Я попытаюсь догнать его. А вы двое отрежьте ему путь. Поняла. Пошли. Все целы? Да. Персиваль, здесь угроза устранена. Хорошо. Мне удалось поймать полукровку. Встречаемся на рынке. Принято. Идем. Что нам всем делать? Вестминстер, катакомбы. Разберемся позже. Сэр Персиваль, так и думал, что орден королевских рыцарей тут замешан. Были основания ожидать нападения повстанцев. Элементарная логика. А раз так, вот весьма любопытная вещь. Уайтчепел. Это косвенная улика. Но все же улика. Косвенные улики бывают очень коварны. Сэр Персиваль, вроде указывает на одно, но с другой стороны оно столь же неопровержимо, будет указывать на нечто абсолютно противоположное. Прошу вас, поделитесь с нами своими мыслями, комиссар. Сопротивление и все убийства Джека-потрошителя. Угу. И это... Вам не странно, что Уайтчепл оказался в эпицентре недавних событий? Нам важна каждая улика, понимаете? Совет будет через 2 дня. Окажите нам честь и поведайте о своих находках. Тогда встретимся в Вестминстере. Сюда, сэр! Прошу прощения. Где вы были? Задержался в дороге. Мон-женераль, а что с полукровками, бежавшими в Гайд-парк? Их надо найти. Нет. Но наше дело их преследовать, месье. Маркиз.
Мы не охотимся за англичанами в новом свете. Ваше рвение похвально, но сейчас неуместно. Уи, мон генераль, последую вашему совету. Надеюсь, вы понимаете, что пока это остается делом полиции. Конечно. Что-то не так. Преступный мир Уайт Чеппелла не раз помогал скрыться повстанцам. О том я и думаю. Откуда столько полукровок в Бедламе? Придется выяснить самостоятельно. Комиссар Дуэль сказал, теперь это дело полиции. Рыцари не отдают свои полномочия бюрократам. Персиваль прав. Мы должны сообщить об этом совету. Минули столетия, но наш орден продолжает нести свою священную миссию — поддерживать равновесие между человеком и полукровками. Так постановил наш основатель, король Артур. Пусть его имя будут помнить вечно. Это правда? Лорд-канцлер сражался вместе с Артуром? Так гласит легенда. Сегодня над этим хрупким равновесием нависла новая страшная угроза. Восстание. Покуда эта кампания анархии и террора остается безнаказанной, чума ликантропии, поразившая наш город, с каждым днем набирает силу. Лорд-канцлер согласился, что нужно срочно направить рыцарей в Уайт-Чеппелл. Уайт-Чеппелл — это забота полиции. Когда благородному Артуру пришла пора бросить вызов римскому императору Луцию, он не тяготился вопросами юрисдикции. Не вам читать мне лекции по истории, сэр Персиваль. Я повидал столько, сколько вам и не снилось. Напомню собравшимся, что угроза ордену исходит не только извне, но и изнутри. Мы должны сохранять бдительность. Иначе в наши ряды внесут разлад те, кто чтится уничтожить все, что нам дорого. Тлетворное влияние повстанцев грозит любому. Надеюсь, лорд-канцлер не ставит под сомнение преданность сэра Персиваля. Наш орден всегда внимал советам сэра Персиваля. Но в нынешней ситуации надо действовать с осторожностью, а не грубостью и нахрапом. Сэр Персиваль прав, лорд-канцлер. Ситуация с Уайт-Чеппеллом может потребовать вмешательства. Говорит ли лорд Дарвин от лица всех остальных? Лорд Гастингс, лорд Данглас? Разумеется, лорд-канцлер. Этот вопрос лучше рассмотреть совету. Ну что ж... Что решил Орден Рыцарей и Ее Величество относительно Уайт-Чеппелла? За или против? Против! Итак, против. Заседание окончено. Орден стал слишком осторожен. Пассивность для нас губительна. Оставьте, Себастьян. Надо действовать. Сэр Персиваль так взволнован. Вам ли не знать, раз он принял решение, ему лучше не перечить. Что вы скажете? Персиваль твердо решил продолжать расследование.